Телеканал «Шопен-шоу» с большим удовольствием представляет вашему вниманию премьерный костюм Агнессы. Сразу две вещи. Блуза туничной длины, цельнокройный рукав, все пуговицы функциональные, брюки без фурнитуры, высокая посадка, эластичный пояс и боковые карманы. Вязко идет трикотажа лапша, стремительные вертикали, ну и, конечно же, брюки палаццо всегда вытягивают в росте. Давайте сразу про цвета поговорим. Кстати, малиновый цвет выбирает и наша Оленька Мокшина. Дальше цвет ванильный, следующий у нас идет салатовый, считай, сколько цветов. Оливковый. Далее, хаки. Ух ты! Изумрудный. Нет, зеленый. Изумрудный. Дальше, джинсовый. Ой, шикарный, обожаю. Следующий, синий. Синий цвет. Сиреневый. Далее, бежевый. Песочный в заказе. Коричневый. Серый, белый и черный. Шикарный выбор цветов. И это костюм Агнесса. 3499 рублей.